Всем привет еще раз, кто смотрел. Что, все готово, время 8. Вот я все разобрал, без полторашечки я обошелся. Ну вот видно, то что шкварня, надо регулировать. Вот она у нас так, опа, чуть-чуть есть такое, блядь, 3 сантиметра. Но при такой длине больше 4 метров, это нормально еще. Вот тут надо регулировать. Вот резал, все везде, завтра буду окончательно резать. Ну, блядь, да, это уже убирать всю хуйню, мне слишком дохуище веса, конечно, сделано было. Ну, опыта еще не было в вездеходе, вездеход уже 4-й год прошел. Поэтому на трусе уберу, все почищу, все хорошенько доварю, приварю, потом вот шкварня отрегулирую, жены, и пойдет на покраску. Будем красить, хуясить и так далее. Вот. А, кстати, вам хотел сказать, очки спасли дважды жизнь. Без очков, без глаз, ну, бля, я лишился бы без глаз раза 3. Получается, потому что зажимает, резко зажимает и бабах нахуй. Короче, вот такая история. А, вот она, все грязно. Кто скажет, кёрхер мыть? Пока ягоды собирали, блядь, кёрхер замерз. И думаю, расставил, включил, хуякс и все. Ну, что, сам виноват, ничего страшного. Что потом сделать? Ну, сейчас грязь. Потому что фанера вот такая, блядь. Не знаю, это нахуй фанеру, блядь, такую ставить. Вот такой строительный, блядь. Хуй это. Вот все разобрано. Все грязненько. Ну это не грязно, конечно. В болоте еще хуже бывает, когда, блядь, там побуксуешь немножко. Вот так. Везде вот профили, я в ахуе. Нахуя мы раньше ставили 20 на 40 на двойку, блядь. Верхнюю часть. И, блядь, задняя часть также. Это вес сколько. А вездеход же, чем легче, тем можно больше грузить. Да, в общем, думаю, ну, как... Так, считаем. Килограмм 450 просто скинул. Это профиля хуеты, это все. Бампер, блядь, который... Где же он, блядь? Вот, а, я его, наверное, блядь... А, вот она, блядь. Ой, блядь. Бампер. Да, блядь, килограмм нахуй 300 только весит. Это лишний вес. Ну, а так, вот... Грязненький, ничего страшного. Высохнет, уже сохнет все. Вот, всю хуйню мы не убрать. Тут все почистить, как высохнет. Сейчас гараж теплый, утеплителем. Потолок сейчас еще делать надо будет. Я вот начал фанерой всем, там, и утеплителем. Ну, ничего страшного, взял когда-нибудь, может быть. Что сейчас сказать? Вот она вся... Крепление коробки, ой, бутылочки мешаются, крепление коробки, сверху, вот, снизу, кулиса была, кулиса по-другому буду делать, вот рейки, у нас, блядь, все было сделано так, чтобы заварен электроусилитель, блядь, крути да верти. Ну, то спереди немножко приделаю, тут оставлю так, ну, тут говорил, буду делать двухместное место, то оно два места будет, теплое, за теплое можно когда и блядь, не скажу. Положить, и все. Извините, я пенял немножко, блядь, вот, вот этого. Как-то вот так. Кто скажет пьяница, скажите пьяница. Не, на это похуем. Как-то вот так.